За месяц до летней Олимпиады 2020 у Токио появилась еще одна причина для празднования. В зоопарке Уэна большая панда Шин-Шин принесла двух детенышей. Впервые за 4 года в зоопарке Уэна родились детеныши панд. Это близнецы. И в нашем зоопарке впервые рождаются сразу 2 панды. Детеныши родились с разницей в 1,5 часа. Их пол пока не определен, имен тоже не давали. Это сделают, когда близнецам исполнится по 100 дней. Одного малыша у Шин-Шин сразу забрали, поскольку обычно панды не заботятся сразу о 2 детенышах. Сотрудники зоопарка будут менять бамбуковых медвежат местами, чтобы обоим доставалось материнское молоко. Детеныши панд рождаются очень маленькими, поэтому некоторое время персонал будет наблюдать за ними круглосуточно. Они проследят, чтобы панды росли здоровыми. Шин-Шин и отец детенышей Рири поселились в токийском зоопарке 10 лет назад. В июне 2017 года у них родилась самка по имени Сян-Сян.